12 апреля, примерно около полудня, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Камышинский поступило сообщение из детской больницы города Камышино. Одна из медсестер на ступеньках служебного входа обнаружила тряпичный сверток, в котором находилась новорожденная девочка. Женщина сразу же забрала ребенка в больницу и вызвала полицию. Прибытие в больницу было установлено, что данным ребенком является девочка. В одеяле была спрятана записка, в которой было указано имя девочки и дата ее рождения. Это 11.04.2013 года. Также была указана причина оставления девочки. Это сложное материальное положение мамочки. Очевидцы поясняют, что на вид девушки было 20-21 год, худощавое телосложение, славянской внешности. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления мамы новорожденной девочки. Со слов врачей, девочка здорова. Единственное, видно, что появилась на свет она не в условиях родильного дома и раньше положенного срока. Сейчас малышка с необычным именем Мелисента находится под присмотром специалистов.